Я хочу вам сказать кое-что насчет спойлеров. Вот пишут многие, вот там девочек спалили, засветили, все там пришли за хайпом и т.д. и т.п. Ребят, вы должны прекрасно понимать, что неделя преображения отснята, финал уже тоже отснят, об этом говорили все. Девочки уже вышли из проекта. И со своей внешностью они уже после проекта могли делать абсолютно что угодно. Как, допустим, я, меня выпустили, я сразу же там в сине покрасилась, осветлилась, покрасилась, вот. Поэтому говорить, что там девочек сливают и т.д. и т.п., финал отснят. Они сейчас уже со своей внешностью делают абсолютно что угодно, поэтому по поводу спойлеров не волнуйтесь. Вы просто понимаете, что они, ну, уже вышли все из проекта и живут абсолютно.